Всем гостям и подписчикам моего канала привет! С вами Татьяна Ки. И сегодня мне пришла посылка из города Воронеж. Заказала я ее в интернет-магазине Лента. В общем, оставайтесь на канале, я вам все сейчас покажу. Посылка весит 3,5 килограмма. Точно, сейчас скажу, сколько точно. Так, 3,645, 3,645 килограмма. Вышла она мне на 3014 рублей, накладная. Я уже ее открыла, не удержалась. Очень уж интересно мне было, что в ней. Итак, все по порядку, сейчас покажу. Вот такие повязочки заказала для детишечек. Думала, они будут побольше, а они, наверное, совсем уж на маленьких младенцев. Вот. В общем, не рассчитала. Ну ладно, ничего страшного, можно что-нибудь придумать. Заказала белые и розовые. Потом заказала вот такие шапочки белые. Тоже очень прикольные. На них можно какие-нибудь цветочки сделать. Классные канзаши. В общем, интересные очень. Ободки. Белый пластик взяла. Они, если я не ошибаюсь, 12 миллиметров идут с зубчиками. Потом ободки черные взяла. Они, по-моему, поменьше, 8 миллиметров тоже. Зубчиками. Упаковки 12 штук, и белых, и черных по 12. Так. Потом взяла вот такие вот заколочки, они 7 миллиметров идут. Тут около 100 штук, 93, 104, что ли, на сайте написано. В общем, очень хорошая вещь, всегда нужная. Взяла разные серединки. Вот такие китти взяла большие. Вот это стекло идет. Тут коняшка такая. Можно как бы еще такие эти продаются под них. Пластиковые. Кабошоны. Вот такую штуку. Очень красивые. Они там, получается, одна штука 7 рублей, если я не ошибаюсь. Вот. Я всякие разные заказала. Тут очень-очень много. Потом взяла, конечно же, клей. Сразу килограмм. Первый сорт. Надеюсь, хороший будет клей. Он всегда нужен, в принципе. И взяла разные ленты. Так. 2,5 сантиметра. Вот такие разные цвета. Синий такой насыщенный прям. С рисунком решила попробовать, посмотреть, что из них можно сделать. С люрексом розовую взяла. И зеленый такой яркий, очень красивый цвет. Мне очень понравился. Решила попробовать. Может, какие-то бантики, что-то такое красивое. Так, вот такую с люрексом взяла. Вот они, 12 миллиметров.
Репсовую взяла зеленую, а репсовую взяла черную, они по 4 сантиметра идут, и взяла сиреневую. Еще не пробовала делать из репса ничего. Вот хочу попробовать, взяла на пробу, так сказать. С таким материалом еще не работала, но вообще как бы канзаши, как я слышала, как видела, делаются из репса очень активно. Так что будем пробовать. Вот такую ленту 5 сантиметров. Взяла темно-фиолетовую, сиреневую, розовую взяла вот такую, 5-сантиметровую, зеленую и 4 сантиметра красную с люрексом. Хотела взять 5-сантиметровую, но у них там не было в наличии, пришлось взять 4 и с люрексом. Вот. И взяла еще резиночки. Эти маленькие резиночки. Вот, для совсем маленьких деточек. У кого волосики жиденькие. Хотела взять средние, но потом передумала, в общем. Вот, вот такая большая посылка у меня пришла. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Я очень рада, что вы смотрите мой канал. Оставайтесь со мной на канале, будет много интересных видео.